Привет-привет! Мы начинали в гостях у Алисы и Егора. Мы с вами будем делать красивые кексики. Красивые кексики? Да, и красивые. Вкусные, наверное. Да. Что вы будете там? Так, кексики, шоколадная паста и конфетки Скитлс. Украшать кексики будете, да? Да. А я... кто это у вас такое это помогать будет? Что-то за это Лили Пони. А это Лили Пони? Да. А, Пони, My Little Pony, Лили, да? Да, она умеет пить, у нее есть подружка. А она умеет пить? Здорово. У нее есть погремушка. Погремушка у нее есть? Да, да? Когда она захотела. Ой, так она еще умеет прыгать, Little Pony, да? Да, она умеет двигаться. Ясно. Она двигается. Ну давайте тогда делайте красивые кексики. Берем кексик, берем там шоколадную пасту с нутеллой. Куда она поползла? Лили. Убегает Лили куда-то, да? Берем там нутелла. Я хочу. Теперь берем. Она поползла к тебе. Да. Да. О, а Лили очень боится щекотки, да? Так, я помазываю. Алисе. Да, сначала Алиса будет украшать. Алиса что будет делать? Цветочки на кексике, да? Да, вот этими и вот этими. А это что такое? Это Скитлс. Скитлс? Да. Ты любишь Скитлс? Да. Очень? Я тоже. Да, они очень как любят. Жвачки. Как жвачки? А их глотать-то можно? Да. Да. Да? Ну, их можно кушать? Да. Ну, ясно. Тогда мы съедим эти кексики. А мы будем Скитлсы. Скитлсы. Ну да, вы же кексики будете скитлсами украшать. Да. Вон Егор как шоколадом густо намазал шоколадной пастой. Сейчас Алиса будет делать красивый-красивый цветочек. А каким цветом ты будешь делать цветочек? Ну-ка расскажи нам, какие там цвета? По-русски и по-английски. Ой-ой-ой. Пёпл. Фиолетовый пёпл, да? Какие еще цвета там есть? Хватит, Егор, а то сильно шоколадный получится. Нет, не получится. Алиса, какого цвета там есть Skittles? Purple, red, красный, blue, синий. И какой еще? Yellow, желтый. Молодец. А еще какой ты не назвала? Green, зеленый. Молодец, умничка. А еще я там вижу? Оранжевый, как по-английски? Orange. Молодец. Все, Егор, хватит, давай пускай Алиса украшает, а ты давай занимайся своим тогда. Сейчас я немножечко. Сейчас Алиса будет делать красивый цветочек на кексике. Ну давай, все. А Егор принимается за свой кекс. Это вкусная нутелла. Ну конечно, паста-то шоколадная, чтобы она невкусная была. Ну, Алиса, давай делай цветочек красивенький на кексике. И что, зубы надо чистить? Ой, облизывай, это шоколад. Облизывай пальчики. Вкусно? Вкусные пальчики? Да. Ну, давай, украшай теперь свой кексик. Я хочу фиолетового и красного. Давай, делай фиолетовый и красный. Оранжевым не хочешь? Ну давай, делай. Я вот этим не хочу. Ну хорошо, ну делай каким хочешь. Мне вот это такой вот цветочек. Нравится такой цветочек? Ну давай, делай такой цветочек. Так. Что там у Егора получается? У меня получается груда... шоколадной пасты. Да. А Алиса делает фиолетовый цветочек, да? Да? Какой красивый цветочек. Все, давайте я уберу пасту, чтобы она вам не мешала. Сейчас, у меня нет чуть-чуть, еще надо. Ой, какой. А, Алиса, а как у тебя цветочек называется? Фиалка. Фиалка. Фиалка? Да, лед. Все, ты уже сделала свой цветочек? Да. Ой, какая она тяжелая, там сколько пасты. Так, а у Егора какой цветочек будет делать? Роза. Розу? А Алиса уже Skittles доедает.
Да. Ничего. Да? Угу. Какая у Алисы фиалка получилась красивая, да? Фиалка. Угостишь свою пони? Только скитлсами. Скитлсами только угостишь? Да. Ну, ясно. Да, потому что она шоколадной пастой может вымазаться, да? Да, только точно. А она любит скитлс? Да. Лили скитлс любит, да? Да. Да. Ясно. Она любит. А что она еще умеет, пони твой, делать? Ну-ка. Давай играть в пальцы гремушкой. А, играться она любит, да? Последний дома гремушка. Она просит пощекотить ее животик. Давай играть с вами погремушкой. Ну вот так. Погремушку попросила пони, да? Вот. Я не ожидала. Ну, молодец. А Алиса уже свой кексик сделала, а Егор еще красиво делает, да? А у тебя что, Егор, подсолнух получается? Мне кажется, ты подсолнух делаешь. Я солнышком делаю. Солнышко делает? А солнышко разве зеленое бывает? Да, и красное. И красное? Мы никогда не угадаете, что это. Это, наверное, бутылка. Бутылка? Да. Это бутылка. Какой-то интересный у Егора цветочек получается, да? Алиса простенько сделала фиалочку и все, да? И готов у Алисы кексик красивенький, да? Да. А у Егора какой-то интересный волшебный цветок получается. Да? Лили может испачкаться в шоколаде. Да, Лили может испачкаться в шоколаде. Да, а в скитлсе нет. А в скитлсе, конечно, Лили не испачкается. А Алиса не испачкается в шоколаде? Нет. Нет? Ну, Алиса, если даже испачкается, она может умыться, да? Помыть ручки. Нет. Да. А Лили сама не может умыться, да? Да. Да. Поэтому ей не будем шоколад давать. Да. И вообще много шоколада вредно есть детям. Да. И пони, да? Потому что что? Могут выпасть не зубки. Надо. Не надо, да. Не зубки. Надо. Потому что зубки будут болеть, да? Да, только вот такое. Да. А такое тоже много нельзя кушать. Потому что тоже зубки будут болеть. Да? Нет. Не будут? У Алисы не будут зубки болеть? У меня тоже. Алисе можно много кушать конфеток? Да. И зубки не будут болеть? Ну, интересно, у Алисы волшебные зубки, наверное, которые не болят от конфеток. От вот этих и от вот этих. От вот этих и от вот этих? Кажется, мне сейчас придется у пони одолжить. Так, у пони нет красных. Так, ну что там, Егор, у тебя получилось уже? Так, в середину поставь какого-нибудь другого цвета и все, чтобы нет, красиво нет, было. Тут еще осталось вот это и тут здесь. Нет, нет. И, пожалуй, вот серединку. А, оранжевую. Ну что, все? У всех кексики готовы? Показываем, что у вас получилось. Ой, какие красивые кексики получились у Алисы и у Егора. У Алисы получилась фиалка, а у Егора? Роза. Это роза. Ясно. Ну все, сейчас будем пробовать кексики ваши волшебные сладкие, да? Да, а я буду скитушки, они. Да. Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока.